Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Эти слова, конечно же, о Москве. День рождения столицы вместе с телеканалом РУ-ТВ и Русским радио отметили тысячи людей. В минувшую субботу в Лужниках отгремел праздничный концерт в честь Дня города. Несмотря на дождливую погоду, огромное количество людей собралось у поп-сцены телеканала РУ-ТВ, чтобы увидеть своих любимых артистов. Сергей Зверев, Юлия Савичева, Доминик Джокер, группа Пицца, Динамо, Рефлекс, Согдиана, Жасмин, Анна Седокова и многие другие звезды российского шоу-бизнеса устроили настоящую жару в прохладный осенний день. Настроение замечательное. Я только что после выступления, несмотря на эту погоду недружелюбную, народ настолько праздничный, настолько классно настроен позитивно. Он так кричал песни, что я под таким впечатлением позитивным, что праздник удался, мне кажется. С такими людьми тепло, даже когда на улице холодно. Мне очень... Я получил море энергии, видите, меня аж немножко так, да, подтряхивает. На самом деле это великолепное ощущение, когда такое количество народа поет твою песню. Поздравить Москву с 868-м днем рождения большинство артистов сочли своим долгом. Ведь именно с этим городом связаны самые счастливые моменты их жизни. Сюда пришли люди только те, кто очень влюблен в свой город. Вот мы тоже относимся к тем людям, которые очень любят Москву. Во-первых, я здесь родился, здесь родились мои родители, я здесь сделал предложение своей жене. Здесь моя жизнь. Москва – это мой дом. И я этим очень горжусь. Родила ребенка от любимого человека. И у меня есть дом. Вот, мне хорошо. Знаете, она не резиновая, честно говоря. В какой-то момент мы все должны это понимать. Все, кто не испугался дождя и пришел на площадку РУ-ТВ в день города, ни разу об этом не пожалели. Такого яркого, искреннего и веселого шоу не было давно. Дождь вносил свои коррективы в укладки артистов. И если Джокера это не смущало, то Анна Седокова даже в непогоду нашла способ быть сексуальной. И все потрясающие укладки, которые все артисты сделали, конечно, сейчас мы больше похожи на мокрых кошечек. Но это было так здорово – танцевать, петь под дождем, быть вместе едиными со своей публикой. Это было здорово. Ради Дня города даже звезда вселенского масштаба Сергей Зверев выкроил время в своем графике и поблагодарил телеканал РУ-ТВ за этот подарок людям. Просто запарили. Когда вы будете выступать в Москве? Почему вы так редко выступаете? Ну, прямо невозможно. Ну, что вот людям скажешь? Вот звезда такая шикарная, все хотят видеть, понимаете? Ну, думаю, ну ладно, ну хоть на День города увидят люди. Мы поздравляем любимую столицу с днем рождения, и к нам присоединяются все ваши любимые артисты.